Желание. Раз, два, три. Да! Ура! Это от папочки. Он очень хотел быть рядом, но не смог. Подарок от папы. Я осмотрел домик. Его вещи там, все на месте. Даже рюкзак на месте. Мы опрашиваем возможных свидетелей. Всех, кто видел вашего сына. Итан! Вы ведь часто ездите по службе. Командировки за рубеж, верно? Вы что, считаете, что есть связь между исчезновением Итана и моей работой? Мистер Мюррей, в расследовании я должен учитывать все версии, включая похищение. У вас опасная работа. Сделай же что-нибудь! Каким отцом ты был своему сыну? Знаю, что плохим. Меня никогда не было рядом. Я кое-что нашел. Посмотрите. В 2 часа мне позвонил один человек, очень высокий чин из спецслужбы. Мне приказано оставить это расследование. Дальше вы сами, мистер Мюррей. Ты вообще в курсе, что у нас творится? К нам в офис заявились агенты ФБР. Давай, отвечай мне! Где мой сын?